Привет, это снова я, узнали? Продолжаем рассказывать про пустые банки. На самом деле, сейчас будем рассказывать про пустые банки. Еда, питье. Кертис, почти все у меня из каких-то странных магазинов, типа Фикс Прайс и Фамилии, потому что, ну, я же не буду вам показывать там мясо, которое я покупаю. 99 целковых я отдала за холодный чай, который называется Кертис. С клубникой, лаймом и мятой. У меня есть еще другой. Мне очень понравилась идея, что этот чай, там вот эти пакетики из колготок, которые его надо засовывать в холодную воду. Это очень удобно. То есть я сейчас стараюсь отказываться от всяких сладких лимонадов. Я набираю воду в бутылку, туда засовываю пакетик, закрываю бутылку и иду. И он там заваривается в холодной воде, и я пью заваренный холодный чай. Вкусный, приятный, могу рекомендовать. Есть два вкуса. Второй не помню какой. Очень вкусные чипсы. Это Фамилия, да? 149 рублей они стоят. Это рисовые чипсы с медом. Это просто очень вкусно. Они сладкие, они твердые. Их очень приятно раскусывать. И у них приятный медовый вкус. Прямо обожаю. Мне кажется, я их уже показывала. Вот этими конфетами завалена вся Фамилия. Они называются Glories, стоят 109 рублей. Это такая глазурь, а в глазури внутри прячется желешка. У меня это манго-малина, мне очень нравится. Именно вот этот вот манго-малина мне понравился. Тоже, опять же, приятно, что ты раскусываешь что-то твердое, а внутри что-то такое мягкое и желейное. Прям вот прикольно. Девочки, короче, mac and cheese Maggi. Крутая штука. Макароны варишь, засовываешь туда в сливках, кажется, или в воду. В общем, инструкция есть. Каша из топора. Я такие штуки называю каша из топора, потому что ты покупаешь, написано типа Maggi на второе, и ты покупаешь пакетик и такая, о, я купила себе уже второе. А там, значит, наоборот написано, купи макароны, купи, значит, там ветчину, купи курицу. И ты покупаешь все, засыпаешь вот эту специю, значит, туда, размешиваешь, и кажется, что ты и готовить умеешь, и продуктов-то купил, пакетик. Прикольная штука. Хороший соус для макарон. Он такой сырный, приятный, туда еще сыра можно добавить сверху, и будет прямо круто. Внезапно я купила в Окее чипсы Окей, которые выглядят как чипсы Принглс. Стоили они тут цены нет, они бесценные. Никакой разницы вообще. То есть я, в принципе, иногда люблю чипсы в банке. И вот эти вот как по вкусу абсолютно как оригинальные Принглс. Так что можно брать. Мы с Анфисой любим периодически поесть говна. Это карамель, который называется «Взрыв мозга» со вкусом манго. Это та конфета, которая сначала сладкая, а потом от нее разъедает все внутри. Там настолько кислое все. Я вот сейчас говорю, у меня слюни текут. Но, в принципе, прикольно. Мы играли с ней, кто дольше продержит во рту, и я проиграла. А вот это наебка. Потому что здесь написано леденцы с ужасными вкусами плюс игра. И здесь на обороте написано, что здесь есть леденцы с апельсином, сопли, горчица, лимон, собачий корм, барбарис, тухлые помидоры, вонючие носки. Я повелась на это. Здесь нет вонючих носков. Мы вчера полвечера жрали эти долбанные конфеты. Там было две конфеты со вкусом бекона, которые были, ну, типа, карамелька со вкусом бекона. Вы знаете, в этом даже что-то было. И одна со вкусом горчицы. Опять же, карамелька со вкусом горчицы. Она немножко там горчила. Где грязные носки, где сопли, где блевотина? То есть я хотела ощутить вот этот вот, да, челлендж, челлендж. Никакого челленджа не получилось, обманули, ничего не дали, никакого праздника. В Фикс Прайсе купила вот такую штуку, называется она фрукчо-чо-чека. Мне кажется, что это что-то, вьетнамская штука. Это желе, то есть это пачка, в этой пачке еще пачки, и из них надо выдавливать желешки с разными вкусами. Мне очень понравилось, они приятной консистенции, и прям, ну, здорово. Я с большим удовольствием съела это все. Также в фикс-прайсе я купила такое печенье. Оно выглядит, как будто оно очень полезное. Десерт с карамелью и кранчами. Это печенюха. Здесь вот налита какая-то типа соленой карамели. И сверху
Геркулес, условно говоря. Удобно, что вот упаковка, а внутри еще как бы они расфасованы по упаковкам. С собой взял, там, не знаю, там в садик ей засунул в карман, себе засунул тоже в карман, в общем, пошел, захотел есть и поел. Это Настя Ивлеева, Chipsation, Easy Peasy. Мне не понравилось. Это очень пережаренные чипсы, русская картошка. Не рекомендую. Вот прикольная штука. 75 рублей. Это взрывная карамель, которую она тоже расфасована как героин по таким маленьким пачкам. Ее кладешь в рот, и она начинает взрываться, а там еще и брелочек какой-то. В общем, нам понравилось с ней. Мы, опять же, кто громче будет шипеть, играли. И с фамилией тоже. Совсем пустые банки, пакеты показываю. Я заказывала манго шоковой заморозки. Наберите, пожалуйста, в Гугле, в Яндексе, где угодно. Манго шоковой заморозки. И первое выпадет вот это. У них Инстаграм манго 0,78, кажется, они называются. Я купила набор, там было 4 вида манго по килограмму. И питахайя, кто она там? Не вспомню, короче, тоже килограмм. Вот это мякоть, замороженная кубиками. Здесь было манго Африка, манго Таиланд, манго Индия и манго Вьетнам. Манго Вьетнам у меня там еще остался, поэтому показать не могу. Мне больше всего понравились все. Я жрала их замороженными, то есть я их выкладывала из морозилки, оставляла на верхней полке холодильника, наверное, на полчаса, и когда они становились такими мягко-твердыми, то есть уже без наледи, я их ела как мороженое. То есть если мне хотелось мороженое и что-то сладкого, я их ела, и у меня тут же начинался насморк, сопли и так далее. Очень мне понравилось, прямо супер. Там есть большие манго, есть средние, есть длинненькие. Я даже не знала, столько манго видов есть. Прямо обожаю. Буду покупать еще. И вот этот набор, типа 5 килограмм, 4 килограмма манго и забыла что, стоило 2700 с доставкой. По-моему, отлично. 5 килограмм на 2700. Из подружки. Impact. Маленькие конфетки со вкусом арбуза. Они на вкус как пуговички. Их можно вечно сосать. Они такие твердые, без ментола. С небольшим холодцом, как сказала мне продавщица. Без сахара, в принципе, удобно, когда не хочется ни есть, ни пить, ни курить, ничего, а вот что-то хочется. Засунул ее в рот, и там 2 часа держишь, нормально. И упаковка прикольная и удобная. Протеиновые батончики. Мне понравился вот этот, Rex малина йогурт. Стоил он 129 рублей в фамилии. Там действительно чувствовалась малина, и он не был похож на жеванную землю. Вот этот тоже, кстати, ничего. Rexy Beauty. Коллагеновый батончик, экстракт виноградной косточки и с ароматом манго-папайя. Он мне попался в Крыгина бокс. Он тоже был такой пластилиноподобный, но без дополнительных каких-то рыхлых кусков. На вкус ничего. Вот это мне не понравилось вообще. Это я купила, кажется, в Магните. Протеин-бар тоже со вкусом карамели. В нем содержится, вот, то есть ты как будто жуешь глину, а в ней еще и песок попадаются, мелкие камешки. Отвратительно. И еще он в псевдо-шоколаде, который отвратительный. Не рекомендую. В фамилии тоже частенько покупаю вот такие конфетки. Бонни-бон от Милки. Это типа M&M's, но они мне нравятся больше. Они как-то пахнут. Я в детстве такие очень любила, поэтому покупаю. Уже рассказывала в New Beauty Box. Диблонг, в общем, какая-то хрень, типа написано «шоколад для мужчин». Это и не шоколад, это что-то типа рахат-лукума, он горький, противный, обсыпанный кокосом, который застревает в зубах. Не рекомендую никому никогда. И еще прикольная штука из фамилии, вчера буквально купила. Смотрите, какая маленькая пачка. Это попкорн, 76 калорий в пачке, со вкусом нежная карамель. Он маленький, здесь стоит 39 рублей, и здесь... 20 грамм. Почему это прям holy corn, а не holy shit? Потому что Анфиса всегда говорит, я так хочу попкорн, а он продается вот в таких пачках. Я покупаю, она съедает там 5 грамм, и весь этот попкорн у нас липнет, лежит. Выкинуть жалко,
сами мы не едим. Короче, какая-то задница. А здесь она съела, ну, типа, не доела там 5 этих зернышек, я их за ней догрызла, и все мне, в общем, понравилось. Рекомендую, отлично, безотходное производство. То есть вот я лучше больше заплачу за... То есть, наверное, все-таки 39 рублей стоит 30 грамм, сколько, 20 грамм, а типа там 100 грамм стоит 70 рублей, но я лучше вот так вот, чтобы не оставалось. Ненавижу выбрасывать. И последняя история, которую я хочу вам рассказать, о том, как плохо быть расистом. Знаете, не только плохо, но и дорого, потому что я пришла в аптеку и говорю, дайте мне уголь. А она мне говорит, а у нас, знаете, девушка, есть белый уголь. Я такая, ну, так давайте мне белый уголь. Она говорит, вам сколько таблеток? 30 или 10? Говорю, мне 30. Она мне пробивает, дает 10 таблеток. Я говорю, так мне 30 надо было. Она, ой. Говорит, так дайте мне еще к этим 10 еще 30, пусть будет. Она говорит, да, ну хорошо. Пробивает мне 40 таблеток белого угля. И я, знаете, сколько заплатила? 780 рублей. 780 рублей за 40 таблеток угля. Потому что он белый. Вы там очумели, что ли? Уголь стоит 20 рублей. В общем, короче, я заплатила, охренела, но он мне подходит под губы. Не покупайте белый уголь, не будьте расистами, покупайте обычный пролетарский черный. Динг-динг желает вам хорошего дня. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, написать комментарий больше, чем из 6 слов в поддержку меня, потому что ничего у блогеров не осталось, отняли, ничего не дали взамен. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Пусть ваш динг-динг всегда будет упругим и огромным.